Вес 18 килограммов, рост 40 сантиметров. Для людей, незнакомых с этой породой, параметры кошек чаузи довольно впечатляющие. Впрочем, как и цена. Тем, кто захочет приобрести себе в дом такую мини-пуму, придется заплатить 6 тысяч долларов. Но для начала будущим хозяевам стоит озаботиться поиском питомника. Во всем мире их насчитывается всего 3. Порода чаузи по праву считается самой редкой в мире. Необычный вид хвостатых вывели американские заводчики, скрестив дикого камышового кота и обычную домашнюю кошку. На вид очень суровые, они отличаются ласковым нравом и очень привязаны к своему хозяину. Кроме внушительных размеров, порода отличается и отменным здоровьем. Средняя продолжительность жизни – 30 лет. А повадки чаузи весьма напоминают собачьи. Они любят спать всегда на коленках, либо рядом с вами. От них невозможно отойти, уйти куда-то, потому что они любят находиться вместе с вами. И они совсем не боятся воды. Очень часто мы их берем с собой на природу, на рыбалку, чтобы уделить им достаточно времени и внимания, чтобы они слились с природой и почувствовали себя маленькими хищниками. Достойную конкуренцию редкой породе могут составить мейн-куны. Они, как и чаузи, произошли от диких котов и размерами вряд ли уступают. В длину вырастают больше метра. К таким усатым-полосатым и требования соответствующие. Это лесной кот, который бегает на природе в Америке. У них очень густая шерсть, немного масляная. Потому что если идет дождь и снег, кошка будет постоянно мокрой. А если шерсть масляная, то она остается сухой. Голова у них очень большая, с большими ушами и кисточками. По словам немецкого судьи, в последние годы культура выведения кошек в России вышла на довольно высокий уровень. При этом, в отличие от Европы или Америки, русские предпочитают заводить в основном экзотические породы. Анастасия Мельникова, Кирилл Данько, СТС, Челябинск.